Проблема трудоустройства и поиска работы актуальна для многих жителей Самарской области. Именно этой теме было посвящено заседание круглого стола, организованное информационно-деловым порталом 63.ru. Проблему занятости населения Самарской области обсудили руководители отделов персонала крупных самарских компаний и представители регионального департамента труда и занятости населения. Работодатели сошлись во мнении, что в настоящее время очень велика потребность в рабочих узких специальностей – токарей, сварщиков, плотников. Многие соискатели хотят работать на должности менеджера, нацелены на быстрый карьерный рост. Особое внимание самарцы, ищущие работу, обращают не столько на уровень заработной платы, сколько на то, как она выплачивается и является ли белой. В целом, участники заседания круглого стола пришли к выводу, что ситуация на рынке труда постепенно улучшается. Это подтверждает и статистика ресурса работы на портале 63.ru. В прошлом году количество предложений на рынке труда было вдвое больше, чем соискателей. В настоящее время число вакансий и резюме сравнялось. Это означает, что ситуация на рынке труда в Самарской области стабилизируется.